Так, мы в Италии. Мы в Венеции. Сейчас будет концерт. Горизонт не заваливай. Ой, обожаю Венецию. Там у нас есть гондолы с гондольерками, которые песенки поют. Вот, это у нас вокруг. Вон там будут выходить эти, как их называют, господи. Вот я сегодня находилась, что даже не помню, как зовут оперную певицу. Прима будет выходить и петь с балкона. Здесь у нас статуи вообще все итальянские. Шикарная обстановка. А мы любим всегда прийти вот к этой статуе. К живой. Она у нас в этот раз дама. Обычно у нас мужик. Обычно мужчина, и они совсем не шевелятся. А да, девочки же не могут стоять, не шевелиться. Вот она глазки закрыла. А вот смотри, правда, не интересно, шевелится. Интересно, она медитирует сейчас или что? Видимо, медитирует. Ага. Потому что перед этим она без конца находила повод кому-то рукой махнуть, кому-то поцеловать. Ну, давайте сейчас уже, вот девочка принесла, ну-ка, зашевелитесь вы. Ага, вот видите, они вот, а они сфотографироваться. Вот так вот мы легко. Сейчас она буквально $1 положит, и счастлива за то, что мы сфотографировались. Я тоже обычно хожу туда, посижу, а меня Леночка снимает. Сейчас начнется уже опера. И мы будем она к этому готовиться. Она шипокляка. Может быть, и хорошо, что девочку обредили. Обычно мальчики здесь стоят. Вот. Но они глазками стреляются. Готовится другое шоу. Да, шоу это сейчас будет как положено в Италии. Опера будет нам петь. Костюмированы все с хорошими голосами. Ну, пока до свидания. Как закрывай. Положено. Давай, вон там я еще. Вон там, вон еще посмотрю. Вон там, вон я приближу. Все начинается. Все начинается. Сейчас еще раз.